Приветствую вас, друзья. Мы приехали в город Выборг только что. Вот вышли из машины, из Бурятии, с бурятскими номерами. Приехали к Ленину, сразу на площадь сюда. Так. Мы приехали, мама, только что выбрали. Ну, оставлять. Вот на этой машине мы приехали. А, финские номера. Форд. Клёво. Светлана. Я так и знал, что ты от нас что-то скрываешь. Смотри, какие красивые дома, да? Европа. Привет. Привет. Привет, хороший. А здесь же стояла из фотографии. А, да, 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 да. Тут же? Здесь, здесь. Смотри, мы с той стороны сюда перешли, да. Да. Военных фотографий было выложено на фотографии. Так, мелкие-мелкие фотографии. Ролик же на YouTube выложен этот. Вот вокзал железной дороги с правой стороны. А вот этот парк, где там эти стоят. Смотри, банк. Но не касса сяма. Сяма. Вон какие-то тоже инсталляции поставили. О, какая красивая клумба. Ребята, смотри, раздают. Видите, там музей иллюзий. Куда музей? Привет, музей. Музей иллюзий. Ты? Интерактивные музеи. Музей иллюзий. 3D, можно делать фото. Ну, это, наверное, для детей интереснее, нет, да? Нет, это очень. У нас многие ходят. Да? И да, у нас и взрослые, дети. Это на территории рынка, что ли, да? Да, это да. Этаж рынка. А, зайдем обязательно, посмотрим. Хорошо. Спасибо. До свидания. Смотри, какой подъезд красивый. Еще сам дом какой красивый. Мощь. Частный детский садик Выборга. Ну да. Добрый день, мы обновили. Я вот все хотела на этот рынок попасть. Он тут? Угу. Так он пойдем посмотрим. А мы туда все равно пойдем, потому что там торгуют финскими товарами. Те, кто до границы довозит, а те с Финляндии приезжают. Ну да, дороговастенькие, но... Потому что для всех. Да. Смотри, циферка 6. Купали с тобой рядом. Вот, точно, вот это кафе. Здесь вот можно, наверное, на улице даже сесть. Ржат. Да, в тенечке-то лучше было бы, конечно. Ну что, зайдем? Подожди. Какое из них? Наше кафе. Наше кафе? Пошли в наше кафе. А? Зашли в советскую столовую перекусить в домашней обстановке. За круглым столом. Девочки взяли по чизкейку, и мне тоже. Посидели, пообедали. Сейчас пьем чай. Вот такие здесь интерьеры. А я буду выходить, когда я там сниму. Надо, чтобы он, конечно, оставился.
такие вот дела. Спасибо большое. Очень вкусно. Ваш кафе любит. Светланку подожди, да? Сходили в шикарное кафе СССР, поели наше кафе. Сейчас мы пойдем гулять по Выборгу. Где Светлану потеряла? Дары Востока. Привет, девчонки. А вы на этой улице не были, да, с Денисом? А, здесь нет. Но мы проезжали. Почему-то в Выборг хочется и хочется и хочется возвращаться. Видимо, здесь это. Что-то будет? Что-то будет. Праздник, наверное. Наверное, какой-то праздник будет. Ну что, сэр, давно мы с вами не встречались. Дорогой ты мой. Здравствуй, рыцарь Тевтонского ордена. Разреши, пожалуйста, я с тобой сфотографируюсь. Сразу, чтобы не забыть. С рыцарем Тевтонского ордена. Сразу сбрасывай ей. Здание рынка, мы можем сразу на рынок зайти и пойдем дальше. А, к самому старому дому пойдем. Ой, мне эти дороги нравятся, я вообще балдею. Я их снимаю даже специально. Красота такая. Город Выборг. Ленинградская область. Рынок. Какая красота. Прелесть. Изделия из плавника, да? Классные. Вот нитки. 50 рублей, Сережа. Здрасте. Здорово. Ну, потом вернемся на рынок или через час. Как хотите, хотите, пойдем погуляем. Пойдем, ну сразу. Хочешь кушать? Сейчас пойдем. Пошли в круглую башню. В ресторан «Круглая башня».
Там внутри история просто написана. Можно зайти внутрь, посмотреть. Круглая башня. Это 16 век. Да, круглая башня. У кого есть желание, можете нажать стоп-кадр и все прочитать аккуратненько. Наверх пойдем. Пойдем. Ну, я все время на работе. Пойдем наверх. Какие бойницы, ты смотри, толщина стен 3 метра. Ну, тебе говорю. Ай-яй-яй-яй. Воздуховоды такие. Молодец. Ну, 2-2,5 метра точно есть. Пойдем наверх, нет? Да. Мечут, мечут. Все, ладно, пошли, не будем мешать людям отмечать. Скамеечки такие хорошие. А туалет, это тебе код дает официант, чтобы с улицы не бегали. Видно, хороший туалет, но самый лучший туалет, который я в своей жизни видел. Знаешь где? 41 этаж. А, ну да. В ресторане 41 этаж. Самые лучшие туалеты. Ну что, идем к самому древнему дому, который находится на территории Выборга. Слушай, а ты помнишь, как к нему пройти? А это свадьба, да, или что? Нам... Ау! Пошли! Смотрите, какие... Вот такие черепахи водятся в Выборге. Какая красота! 8 лет? А чем она питается? Не, он травоядный. Конечно, травоядный. Просто попутная травоядная. Африканская шпароносная черепаха. Это самый большой ее размер? Нет. Она вырастет? Ему 8 лет только. А будет 1.10 м. 1.10 м будет 1.10 м. Вот он малыш. Ей всего 8 лет. Будет 1.10 м. На нее? Нет, на всех. Там 60 где-то живут. Там и обезьяны, и хамелеоны, и змеи, и паучки, и черепахи еще 13. Да, теплая. На солнце нагрелась. А быстро двигается, да? Будет знакомиться. Аккурат. Погладь. 7-8 лет. Можно гладить? Конечно. Током не пьет, а туристы не натаскивают. Ну, питается только нами. Но мы не туристы. Без залива вылез? А? Без залива вылез? Ну, только что вот приплыла с Африки. А. Причем питается туристами, сказали. А, ну сразу видно, да? Конечно. Ой, сейчас фоткаю.
Ну ладно, удачи, процветайте. Можно, да? У него там зоопарк платный. Ага. У него там 60 видов черепах, 60 особей. Угу. Ягуаны, обезьяны и прочие гады. Свой частный, да? Да, вот домашний зоопарк. Смотри, балкончик такой. 1222. Ага. Вот этот мы проходили. Нет, дальше, дальше. За этим. Ага. По-моему, он там во дворах. Здравствуйте. Костел Гиацинта. Нет, нету. Похоже, нету. Он, по-моему, внизу, за этим домом. А, с этой стороны есть проход. Андрей, я открыла карту? Да. Если ты понимаешь, то можешь посмотреть. Вот это улица Крепостная, дом 3. А нам надо 13-й дом. От 3 до 13 10 домов. Значит, по этой стороне 5 домов. А? Сейчас мы узнаем. Вот первый, третий. Раз это первый, третий, значит в ту сторону. Сейчас мы до него... Смотри, какая красота. Это что такое? Так мы и проходили, что? Ну да. Я уже не помню. Смотри, вот мы. Да. Вот же мы, правильно? Да. Вот, мы. Вот повернуть налево. По Крепостной и буквально пройти улицу Новой Заставы и следующая улица. Да, там написано, у меня все хорошо, мечтаю объехать весь мир, у меня есть бриллиант. Здорово. Лавка вкусностей. Под буковкой В 1725. Мы потом все равно пойдем туда вниз. Лиль, мы вернемся. Мы сейчас дойдем до самого древнего города в России. Дома. Самый, да, вижу. Самый старый дом, да, по-моему, там находится. Да, вот так пройдете, сейчас так на гору здесь поднимемся, там будет вот это, с правой стороны арка, через арку пройдете. Спасибо большое. Пятый. Вот она. Хорда Ург Сегерстад. 1906 год. Это самый древний дом в России. Набери просто самый древний дом в России, и тебе вылезет информация про этот дом. Ничего себе. Да. Это с той стороны, там подъезд, вход в него. Вот это, друзья, если вы наберете в интернете самый древний дом в России, то вам выйдет вот именно вот этот дом. Про него можно прочитать на многих сайтах, Викимапии, Википедии.
А? Я тебе сейчас скажу, какого он года. Так. Дом горожанина. Выборг. Подержи, пожалуйста, я очки одену. Да, она снимает. Снимает? Да. Старинное жилое здание в Выборге, улица, дом 13, средневековый памятник архитектуры, Выборг. Дата постройки 16 век, жилой дом 16 века. История. Выборг. Готика, в стиле готика. История. Невысокий двухэтажный дом башенного типа, с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду с сходными усадьбой Бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и еще одним гильдейским домом, входит в четверку маленьких частных крепостей 14-17 веков, средневековых бюргерских домов, которые на территории России можно видеть только в Выборге. 1640-й. Планировка... Год постройки. 1640-й. Ну, как-то так. Но с той стороны, видишь, они здесь перекрыли, там чтобы тут не... Вот... Нету там ничего, да? Там было же это. Да, там... Это игрушки продавали, да? Да, там мы там игрушки покупали. Сейчас нет ничего, да? Ага. 1640 год. Чтобы 1640-й, чтобы был жилой. Когда мы приезжали сюда, Светлана, вот здесь на столах, здесь были столы, стояли игрушки ручной работы, то, что люди, жильцы этого дома, сами делали. Подходишь, денежку кладешь и берешь себе любой сувенир. Вот так, друзья, мы с вами находимся у самого старого жилого дома в России. Смотрите, даже бочки закуплены. С кольцами катка. Под цветы не нужна? Нет. Смотри, какая красивая, кованая. Ну ты хоть подойди, посмотри. Порадуйся. Я рада. Что? Я уже сделала. Класс. Смотри, какая красота, с коваными кольцами. На 17 века. 14. Вот так вот. Квартира номер один, квартира номер два. Это вы ничем не снесешь, да, этот дом? Такими пушками. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай. Ну да. Вот он и сказал про разные народы. Он сам очень много путешествовал. Ага. И он, ну, рассказывал про разные народы, кто что, как не любит его. Опаньки. Так много кожи. Ага. Кисонька, киса. Смотри, да? Дворик с любовью с такой сделан. Местными жильцами. Кошка на втором этаже. Выйдем на набережную к замку. Деревянное зодчество, да? Дерево, да?
А? Деревянные. Деревянные, да. Смотри, какой уголок. Ну да. Ну да? Ратушная площадь города Выборга. 1898 года. Перекрыли, видишь, в сторону. Ага. Ну и что? Куда пойдем? Выборг, Выборг, Выборг. Здравствуйте, водные. Здрасте. Водные экскурсии. Смотри, замочки все спилили. С той стороны? А, слушай, точно, замки все сняли. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Привет! Здравствуйте. Ой, как. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Привет, Людочка, привет. Здравствуй, Оля, здравствуй, да. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, да, здравствуй. Да. Она только что сказала, что вы здесь и что вы здесь с ночевой. Да. Не, мы. Вы на электричке? Нет, мы на машине. Со Светой приехали и на ралли приехали, на соревнования. Да, вон везде машины. Сказали, что завтра. Завтра, да. Завтра жизнь. Отлично. Я смотрела ваши фотографии. Там ничего на раллях. Да, у нас ничего не изменилось. Вот так красиво, а там внутри нечего. Такая, Люд, это какой раз уже? Пятый, десятый, я же не знаю. Конечно. У нас только первое. Да. Вот так, поднимаемся в башню Святого Олафа. Арина упала. Хочешь себе выковать монетку, медальку? Провал во времени. Да, реально провал во времени. Пыша. Ага. Хотите что-нибудь поесть, попить что-нибудь? Хотите? Свет. Не, ну мало ли, может выпить что-нибудь холодненького, съесть мороженого. Не было решетки. О, самый настоящий провал во времени.
Мужики, я не знаю, как правильно, но я вам желаю ни хвоста, ни чешуи. Чтобы у вас все было отлично, чтобы вот, вот таких вот сейчас наловили. А здесь что ловится-то вообще? А что вообще здесь ловится? Окунь? Здравствуйте. Ну, может, там и неинтересно будет на этом. Выборг. Вип-кури. Да, Углов, Дмитриев, Выборг 21. Она прошита и есть, проклепана. Это картон кевлар у нее стоит. Защита из кевлара. Да. Вот он, музей иллюзий. А, так вот он, рынок. Это с другой стороны. С другой стороны. Обращать внимание. А, ну да. Когда построено и кто архитектор? Архитектор. Это архитектор, а это когда построено? 1904-1906. Я по городу Выборгу я увидел вот такой памятник, переходя через дорогу, и решил к нему подойти. Мальчик и медведь. Это не собака, это 100% не собака. Это мальчик с медвежонком. Юрию Липпола, 1931 год. Юрия Юрию Липпола, 1931. Интересно. Вот так вот. Знай наших. Привет. Мы с тобой вдвоем? Да? Мы с тобой вдвоем? Ты молодец. Да как это не надо?